Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня мы с вами рассмотрим самые популярные продукты, я их называю топ-10, из каталога Oriflame номер 9, который уже вот-вот скоро начнется. Дело в том, что в каждом каталоге есть определенная группа товаров, которая может быть не очень заметная, но такая, которая актуальна именно в это время года, и ее легко предлагать людям. Когда вы даете каталог кому-то полистать, то помните, что здесь почти 1500 наименований, и каждому человеку, который не углублялся в изучение продукции, ему трудно определиться, что выбрать из каталога, что для него действительно нужно, что может быть полезным, а в какой продукт он влюбится и со временем будет его всегда перезаказывать. Наша с вами задача – помочь людям увидеть в каталоге классные продукты. И я всегда рекомендую делать несколько цветных закладочек в каталоге. Не обязательно 10, пусть их будет 2 или 3. Или вы, например, знаете точно, кому вы отдадите конкретно этот каталог, и вы знаете, что именно эта девушка очень любит, например, румяна в шариках, да, или она не пользуется декоративной косметикой, но любит ароматы. Тогда делайте акценты именно на тех страницах, которые, возможно, заинтересуют больше всего. И это важно, потому что именно это поможет вам собрать больше заказов, но в первую очередь вы создадите прочную клиентскую базу, те люди, которые будут с вами долгие годы помогать формировать заказ. Я вам всегда рекомендую быть в премьер-клубе, то есть собирать заказы от 150 баллов, потому что это максимально выгодно. Благодаря этому вы получаете больше денег, потому что если вы соберете заказ на 149 баллов, то вы теряете примерно около 1000 рублей. А этого допустить никак нельзя. Поэтому давайте я вам расскажу, что в этом каталоге мне кажется особенно интересным. Я буду идти по порядку, как я заложила странички. Итак, первая страничка, первый разворот касается, сейчас скажу номер, страница номер 12, касается ухода за лицом. Именно на этой странице представлены средства с огромными скидками и именно те, которые могут быть актуальны летом. Что здесь? Давайте посмотрим поподробнее. Защитный крем-флюид с SPF 35. Но согласитесь, что сейчас это, когда активное солнце, это очень актуально. Увлажняющая сыворотка для лица. Каждый день нужно максимально напитывать кожу, делать маски, пользоваться сывороткой не только на ночь, а также и утром, чтобы лицо выглядело напитанным и ухоженным, потому что жаркое лето, оно из нас испаряет всю влагу. Далее, что мне нравится, это кремы для нормальной комбинированной кожи и для кожи, склонной к сухости, и матирующий дневной крем. То есть для каждого типа кожи есть дневной крем и по очень привлекательной цене. Поэтому на этой страничке обязательно ставьте закладку и помогите клиентке определить, какой у нее тип кожи и какое средство для нее будет наиболее актуально. Следующая страничка, номер 16. Я не смогла пройти мимо этих страниц с помадами, потому что именно летом особенно возрастает ажиотаж на помады. Именно летом хочется выглядеть особенно яркой, особенно необыкновенной, потому что больше времени мы проводим на улице, больше времени гуляем. И, конечно, хочется, очень хочется, нравится. Каждой женщине важно чувствовать себя чуточку красивее и эффектнее, и получать больше комплиментов. Поэтому помада нам в помощь, и моя любимая помада как раз на странице 17, она называется The One Color Obsession. Вот такая упаковка. У меня уже она, правда, немножечко покоцалась, но упаковка действительно прикольная. А нижняя часть футляра серебристая, верхняя прозрачная. Мне очень нравится помада по качеству. Кстати, именно этот оттенок у меня сейчас на губах. Такое ощущение легкости, невесомости, просто кайфа. Я не чувствую помаду, она и именно это мне нравится. Просто когда помада сковывает губы, то все время какое-то напряжение в лице. Нужно выбирать ту помаду, которая будет как невидимка, невидимая вуаль, а при этом очень яркая и эффектная. Поэтому помада будет очень популярная. И следующая страничка тоже с помадами. Не удивляйтесь, пожалуйста, но помады
Это наш с вами просто, как сказать, визитная карточка, потому что в Oriflame действительно потрясающая цветовая палитра, такая гамма роскошная, качество помад суперское. И здесь у нас целый разворот, это помады серии Giordani Gold. И я вам покажу этих моих любимочек. Первая помада роскошная, сейчас, как она у нас правильно называется, «Золотой соблазн». У нее необыкновенный футляр, такая окантовка, как богатая, прям царская помада. Помада очень у меня давно, ее видно по скошенному кончику, то что я ей пользуюсь много. И посмотрите, какой шикарный футляр, то есть он вообще не покоцался, не потерял вот этого блеска золотого. Как она сияла с первого дня, так и есть. Ну, конечно, немножечко царапок можно рассмотреть, но это вот нужно прям вглядываться. То есть первое, что это дизайн. Всегда приятно достать из косметички помаду, открыть ее и нанести на губы. Все сразу обращают внимание. Второе, что мне очень нравится качество этой помады, необыкновенная прозрачность, она легкая. Если первая помада, которую я вам показывала, она дает сразу такое яркое покрытие, плотное, то помада Giordani Gold, она именно прозрачность, легкость, она просто вот такая летняя, невесомая. Конечно, очень красиво смотрится, когда появляется легкий загар. И вторая помада, это матовая серия, и у нас матовые помады уже в тренде несколько лет, и я думаю, что они так и сохранятся, как в лидерах, потому что это действительно очень красиво, когда губы такие матовые, особенно нюдовые оттенки я очень люблю, и мой любимый оттенок — это чайная роза 32-317. Когда она закончится, я сразу закажу себе новую такую. Чем эта помада отличается? Она более сухая, она плотная, тоже сразу дает такое плотное покрытие. Очень стойкая на губах. То есть, если первая помада, вот эта Giordani Gold, она легкая, если легко исчезает с губ, то это долго служит. И невероятно красивый оттенок, вот эта матовость, такое благородство. Лицо выглядит таким холеным, ухоженным. Я в восторге от этой помады, поэтому думаю, что первые вот цвета, оттенки, именно такие пастельные, их разберут в первую очередь. И дизайн тоже волшебный. Мне нравится наша упаковка помад Giordani Gold. Просто я от нее сама балдею. У меня примерно 10 помад из серии, ну, в золотой упаковке. И сразу же следующая страничка тоже та, на которую стоит обратить внимание. Это румяна в шариках по очень дерзкой цене. Очень дерзкая цена, всего 559 рублей. 4 оттенка, даже не 4, а 5 оттенков, один из новеньких. Вот такая вот страничка у нас. И как выглядит румяна? Черная круглая банка. Крышка просто откручивается, и это очень удобно, то что мы ее не отломим, потому что предыдущая серия была с открывашкой, и я ее сразу же отламывала. Вот такая банка, без зеркала. Закрывают румяна специальный такой пуфик. Он не для того, чтобы наносить румяна, он именно как барьер, чтобы они не рассыпались. Мы его вынимаем, и далее здесь целый набор шариков разных оттенков. И при смешении, когда мы кисточкой начинаем набирать румяна, получаются очень красивые оттенки, в зависимости от того, какой цвет вы выберете. У меня, естественно, сияние. Я выбрала его, потому что у меня светлый оттенок кожи, синим потоном, бронзовые, золотистые румяна мне не идут, они слишком резко смотрятся на моем лице. А, естественно, сияние очень натурально, естественно. И я просто балдею от этого продукта, потому что он какой-то волшебный, магический. Я всегда говорю, у каждой девушки должны быть румяна в шариках от Oriflame, потому что это просто волшебство. Их надолго хватает. Примерно от 3 лет, это как минимум, если вы будете пользоваться каждый день, и еще и свою кошку румянить. Шучу. Но все хвалятся, кто пользуется, что 5 лет, 6, 7, но я так долго не использую, когда истекает срок годности, я просто меняю баночку и завожу себе новые румяна, тоже такие небольшие, кругленькие.
ну, как говорится, не стоит экономить на нашей коже, потому что когда проходит срок годности, это может как-то негативно повлиять на лицо. Поэтому 3 года гарантированно будете пользоваться и забудете про траты на румяна. Потому что когда покупаем румяна такие в палеточке, они расходуются очень быстро просто. А этих хватает надолго. Следующий разворот – это дезодоранты. Обратите внимание, и мужские, и женские, парфюмированные, которые можно подобрать под любимый аромат или близкий к любимому аромату. И очень мне понравилась цена. Всего 99 рублей! Обалдеть! У меня как раз сейчас дезодорант из этой серии «Люсия» уже практически... Прям чуть-чуть осталось, капелюшечка. Уже практически закончился, я его поменяю потом. Это обычный шариковый дезодорант. Что я заметила? Он прекрасно справляется со своими обязанностями. Приятный дает аромат, не резкий, поэтому я его могу сочетать с любым другим ароматом, даже со свежим, потому что Люсия – это сладкий аромат. Он не перебивает другие запахи. Поэтому мне с ним совершенно комфортно, и самое главное, что он все делает как нужно. И я не заметила, чтобы на одежде оставались следы. Кстати, я уже давно замечаю, что у меня нет следов на темной одежде от дезодорантов. Это очень приятно, потому что раньше это была целая проблема. Часто одежда портилась, и приходилось от нее избавляться, потому что уже невозможно было просто отстирать следы от дезодоранта. Сейчас этого нет, и это приятная, очень позитивная новость. Следующая страничка посвящается серии Novage. Обычно я в топ-10 не говорю о средствах таких вот дорогих и про серию Novage, но на самом деле давайте с вами подумаем, когда особенно много девушки посвящают внимание своей внешности. Конечно же, это лето, когда мы все открыты, одежда минимум, да, все открыто, ноги, руки, шея, да, все декольте. И чаще ходим, обращаемся к специалистам для того, чтобы поддержать нашу красоту. И один поход к косметологу стоит недешево. Ну, в разных салонах цены варьируются, есть подешевле, есть подороже. Но не всегда мы можем гарантировать, что нам сделают качественную процедуру. Потому что я много встречала случаев, когда после салонов портилась кожа и выглядела несколько дней, она непрезентабельна, да, там красное все было, некрасиво. Я вам хочу рассказать сегодня о средствах Novage. Это пилинг, вот такой вот большой флакончик, обновляющий пилинг для лица. Вот у меня уже вот столько, почти меньше половины. Я использую его с первых дней, как только он вышел в каталоге, это было не так давно, и меня этот продукт очень радует. А наносить его нужно на чистое лицо на 20 минут, и потом просто смыть теплой водой и сделать дальнейший уход. Что я замечаю? Мое лицо просто сияет, настолько красивая, сияющая кожа, румяная. Не каждая девушка в 45 лет может похвалиться, что у нее кожа имеет розовый приятный оттенок, а я могу, потому что я пользуюсь полностью серией коллаген Novage, я использую маски регулярно и делаю пилинг обновляющий тоже регулярно. Мне очень нравится этот эффект. Он выглядит как крем, просто беленький такой, вот если я немножко выдавлю, видите? Просто белый крем. Мы его наносим на лицо толстеньким слоем и даем ему поработать. Пилинг мягко отшелушивает мертвые клетки. Мы потом смываем его, и на поверхность выходит сияющая ровная кожа. Поэтому рассказывайте о такой процедуре. Представьте, всего в каталоге 689 рублей. А если у вас есть скидка, это будет намного дешевле. А хватит этого средства на много-много процедур. Потому что я даже не сбилась со счета, сколько раз я уже это сделала. И еще половина тюбика. И второй продукт. Тоже очень актуальный, это крем для рук, антивозрастной. Крем мне нравится, поэтому решила про него рассказать и показать. Вот такой вот крем. У него маленький расход, то есть вот такой вот капельки хватает, чтобы нанести на обе руки. И зачастую
женщины страдают тем, что возраст выдают руки, потому что руки больше всего подвержены тому, что мы возимся в воде, работаем с какими-то чистящими средствами по дому, по хозяйству, и это истончает кожу рук, иссушивает ее. И еще одна проблема лета – это гречка, как ее называют, на коже рук появляется пигментация. Бывает на лице, а бывает и на коже рук. То есть покрывается такими гречишной чешуей и выглядит очень некрасиво руки, как будто они такие уже состаренные. А антивозрастные средства, они помогают тоже убрать вот эту вот неприятность, чтобы руки выглядели молодо, как и лицо. Потому что если мы ухаживаем за лицом, не забывайте то, что у нас кожа, она везде, надо везде за ней ухаживать. Вот я наношу такой крем. Он достаточно такой жирненький, но в то же время он легкий, то есть он не липкий. Некоторое время ему нужно дать, чтобы он впитался и поработал. Потом такая кожа классная, ручки такие бархатные, супер просто. Так, у нас осталось еще 4 закладочки. Ну что вам сказать, друзья, бомбой этого каталога, конечно же, является кальций. Просто почитайте внимательно про этот продукт. Я думаю, что его надо рекомендовать всем, рассказывать о нем с удовольствием. В первую очередь, самим на себя пробовать, увидеть результат. И это очень здорово повысит ваши продажи. 24 балла дает одна баночка кальция. Представьте себе, 5 баночек, и у вас уже почти сколько? 150 баллов, да? Чуть-чуть. И все. Не буду долго останавливаться на этой страничке, но то, что себе обязательно возьму, это 100%. Следующий наш бестселлер – это тушь 5 в 1, страница 123, 1, 2, 3. И это просто бомбическое предложение, всего за 219 рублей. Наша любимая тушь, моя любимая, я думаю, что и ваша. Эта тушь уже много лет является таким номером один. Она просто чудо какое-то, какие она делает ресницы классные, легкие, именно такие вот изогнутые, воздушные, длинненькие, прочесанные все. И эта тушь подходит под любые глазки, под любую, не под глазки даже, а под любые реснички. Потому что есть ресницы капризные, у кого-то жиденькие, у кого-то густые, у кого-то длинные, у кого-то короткие. Но эта тушь, она любые ресницы сделает красивыми, уложит их веерно, то есть все подогнет, завьет. Поэтому рекомендуйте, очень хорошее предложение. И я думаю, что с этого будет хороших много заказов. У меня уже 3 туши заказала одна девушка, а я еще, в принципе, каталоги никому не показывала. Просто она спросила, когда будет тушь 5 в 1? Я говорю, вот будет по 219. Она говорит, мне 3. Супер. Следующее предложение – это тени. Тени Рефил. Сейчас вам их тоже покажу. Хорошая палитра оттенков. У меня они вот в такой палеточке лежат. Я себе подбирала эти тени, когда еще была брюнеткой. Поэтому, ну, 2 оттенка, вернее, даже 1 оттенок мне не очень сейчас подходит. Это темно-синие тени. Но, в принципе, зимой, наверное, тоже ими смогу пользоваться. Или осенью. Ну, то есть такое холодное время года. Под одежду подбирать. Чем мне нравятся эти тени? Во-первых, первое, что их можно собрать по своему вкусу, то есть выбрать несколько оттенков, которые вам нравятся, которыми вы точно будете пользоваться, и их поместить в одну палетку. Потому что обычно, когда продают вот тени в наборах, я использую из них где-то только, ну, в лучшем случае, третью часть, остальное все остается нетронутым. А здесь, когда мы сами выбираем вдумчиво, да, просчитываем, чем мы будем пользоваться точно, чем не будем, получается, что мы собираем себе ту палитру, которая будет для нас актуальна. Еще что удобно, можно заменить, например, по сезонам какие-то тени вынуть, убрать их, а вставить те, которые актуальны летом. Потом летние убрать, добавить зимние оттенки. И тоже мне нравится некий творческий подход, который мы здесь можем использовать, поиграть с цветовой гаммой. И еще хочу сказать, рекомендуйте всегда каждому продукту сопутствующие товары. Например, к теням порекомендуйте праймер. Я вот его сейчас не приготовила, но с этим праймером макияж намного круче выглядит. Во-первых,
Это хорошая база под тени. Тени лучше ложатся, запечатываются, и они держатся весь день. То есть у меня вот сейчас макияж сделан именно на праймере. Сначала праймер, потом сверху тени запечатываются. Отдельно тени на коже ложатся более прозрачно. Буквально на 2-3 тона светлее, чем на праймер. И держатся лучше. Ну, просто супер. Следующая закладка. Опять помада. Да, это будет бомба. Это новая серия On Color. Практически конец каталога. И эта серия меня порадовала огромной такой разнообразной гаммой оттенков. Пока у меня такой помады нет, но даже я подумываю себе приобрести. 25 оттенков. У меня на канале есть видео, где я пробую каждый оттенок на руке, правда, но все равно видно цвета. И видно, насколько они классные. И всего лишь 129 рублей, если покупать сразу две. То есть здесь мы с вами что можем сделать? Предложить клиентам или взять сразу две помады, или если человеку нужна только одна помада, ну, девушке, естественно, девушке, то предложить ей пообщаться с подругой, показать каталог, и если подруга выберет помаду, то они им обойдутся всего лишь 129 рублей, а не 159. Это маленький такой лайфхак, как вот работать с клиентами, используя акционные предложения. Что еще сказать? Помада классная, мне понравилась. Интереснее намного дизайн, чем был до этого черно-белый. Мне кажется, красный с черным смотрится более так эффектно и интригующе. Вот, в общем-то, все. Мы с вами посмотрели все 10 закладочек. Мне кажется, я ничего не пропустила. Что хочу вам пожелать? Классного каталога. Быть всегда в премьер-клубе, получать максимум выгод. Создать сильную, крепкую клиентскую базу, чтобы эти люди были с вами многие годы и полюбили продукцию Oriflame так же, как люблю ее я. И до новых встреч в наших видео. Если полезно, ставьте лайк. Если есть вопросы, пишите в комментариях. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro, стоп видео.